Че, ребята, всем здорово. Продолжаем наши приключения в мире Baldur's Gate. Я, слушайте, я даже сценку не буду спящий подставил. Мы остались на том же самом месте, где и тормознули с вами. Где-то в земле у кузницы, блядь. Ну, тут у нас осталось одного... Я не понял, сейлсон. Веревка, клещи, растущие, нет, это нужная вещь. И сундук. Одежда бродяги. О, золотишко. Для невидимости. Короче, я по какой-то хер сюда рванул. Видимо, зря. Нам нужно хоть эту ловушку обезвредить. Не знаю как. Будем пытаться. Открыть заперто, блядь. Контекстные действия. Оу. Сука, как так-то? All's well that ends. Not as bad as it could have. I didn't live here though. Inhabitants were drowned. They're skeletons. Quiet. I'm thinking. Why, whoever those skeletons were, the others fell. Skeleton. Блять, я это вообще не понимаю. Если там есть проход. Блин. Это ебучая кузня там. С адамантием, блядь. А? Кто мне скажет? Ой, такое ощущение, что мы все зря заперлись. Я что-то не понимаю. Обезвредить. Я вроде обезвредил эту хуйню, нет, разве? Клик-клик-клик. Что сфера? А мы ее резали на ночной зрение. Я. Нашел. Я какой-то своим корешем посовещался, но вообще похоже, что зря всего заперлись. Так, а ну подождите, я вот сейчас пытаюсь. Мы где открыли проход-то? Вот здесь получается, да? Ну вот, проход открыли. Тут типа прям наипиздатейшая кузня с адамантием, с ценными штуками, за которых нас даже хотели убить. Окей. Давайте еще разок метнемся, если нет, нахуй упортовываемся отсюда. Ковица нахуй пизд... Оу. Тут еще одна лестница. Блять. Это не лестница, лестница. Мы сейчас с вами... Оу. Крючок. Так, блядь. Ты чё, головоломка, наверное, рычагами сейчас будет или как? Так, а ну подождите-ка. Так. Пустили, да? Допустился на первом прыжок. Как все дурачёсы перепрыгнуло, да? Я думаю, что теряем-то на этом моменте. Угу.
допустим, попытаться вот сюда стрельнуть. Слушайте, я сам себе такого не ожидал. Или реально откуда? Просто берешь, да помнишь всякую хуйню, и она раскатывает. Не, блин, его зажечь и не помирать. Ну ладно. Можно придать. Войны, железные двери. Блин, да ты кузнечик, реально хоть доберешься до просто. Открыть, вскрыть, блин, кстати. Давайте попытаемся. Погнали. Успех. Да, какое-то сохранение идет. Скелет. Кость. Кость, 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 кость. Бля, там какие-то проходы есть, сюда какие-то проходы. Заброшенное убежище. У меня такое ощущение, что я не кузи не кузи, я не знаю почему. Держал. Ну, осмотримся, конечно. Ой, топор. Пока никаких сокровищ и кузни тоже не наблюдаю, если бы честно. Тут какая-то хуйня. Я могу спуститься? Нихуя не могу. Ну, пойдемте еще сверху осмотримся. Слушайте, это что-то куточка. Точка-точка. Здесь кто-то живой, что ли, есть? Come, all who are weary. Sleep and forget. Спальня. Блять. Нам не спальня. Нам кузня нужна была, по идее. Я типа смотрю, что тут все завалено хуяно, да? Форма для щита. Steel mold. Used in forges to cast armor and weapons. Чем мы можем теперь? Может, его кузнечными способностями завладели, нет? Хуя, да? Вариантов не особо много остается у нас. Потемнешь сильно, блядь. Этих пиздюков мы тоже хоть осматривать, видите, хуя ключ нашли какой-то. От чего-то. От этой двери, кстати. Блядь. Кто там? Ой, я не вижу с кем драться-то. Ага. Ну, лошара, мне кажется. Ну да. Адские кабаны. А, подождите. А ты кто? Мерегон солдат. Ты кто, адский кабан? Ну, Мерегон солдат. Пиздец, нет. Что я хочу сказать? Не, надо чем-то мощного прожарить. Прожарить его жопу. Чем-то мощным, обжигающим, чтобы его никак не загнать, попробуем. Не перекрыт. Заходи, не стесняйся. Помеха какая-то или помеха, блин? Твою мать, давай. Оу. Неловко вышло. Блин, как неудобно. Давай съёбываю отсюда. Да. Оборожение, сейчас тебя подкину. Да,
заворожили, заебись. Чего хотел съебаться отсюда подальше? Тут наша основа перса опять не дамажили. Шеву Харт. Что ты у нас можешь? Нихуя я не могу. А, бля, что-то на таких лапушарных не хочется спешл сливать. Давайте обычно уйти. 50%. Вот, заходи, well, иди, пошел, well. Наконец-то. Кто-то, блядь, что-то сделал нормальное. Попизди мне тут еще. Чего? 10.32, вот это мощно. Мощно, сейчас побью, может. Все? Обыскать давай. Ооо! Что-то крутое мы выбили, ребята. I'd know it anywhere. It's a Maragon's mask. Infernal warriors. Опять люди пошли. Одна зарубка на внутренней поверхности маски означает ранг рядового. Сама же внутренность. Ага. Понятно. Хочу салибард. Ух ты, блядь. Ну, у меня крутит опалище. Получается, протушить. Всяко она убивали там. Дубинкой железного дерева. Смешно, конечно. Ладно, ладно, все, песни. Заканчиваем ход. Придется, что не сдохнуть. Отлично. Так, блять, вот неудобно максимально карта. Максимальное место недосягаемости. А если так, помеха, да хуй с ним. Блин, промахнулся. Обидно. Так, я вас не поймал, выражение сделал. Это теперь адское за меня. Ёп, что основной герой, конечно, я не знаю, там от поначалу, как обычно, ну, не то, что у всех. Есть такая тема в играх. Маг поначалу редкостное говно. Потом получаешь всякие топовые заклинания, всякие ништяки, начинаешь всех разделывать. Я надеюсь, что это будет. Иначе я вообще расстроюсь, что это некроманта, блядь, надо было брать какого-нибудь себе там мощного, как называется, блядь, двуручника, нахуй. И давать всем пиздов. Нихуя нет. Ну, будем надеяться, ну давайте черт я снимаю. Да. Так. Роскошный сундук. Огнестрел. Золото, кольцо с рубином. Яд. Яд. Охуенно.
Another mask. I recognize this. Amerigon wore it. But they won't fight without a commander. Зеркало мне напрягает. Это не зеркало. Так, возьмем лук. Так, смотри, какая такая пьянка пошла. Тяга голову стоит. Какой-то неплохой рубин оставили. 3.12. 3.11, блядь. Да. Indolence breeds madness. Eager for battle. 2.9. My faith will guide me. 12, а у самого основного персона 2 понтова, 4 мира. Блядь, короче, надо этой гаитянке. Гаитянкой, как он так. Поставить нормальную тему. Вот так. Балет. У меня дистанция, короче, на 3 метра. Да я хуй, зато мощнее. Наносит следующий дополнительный урон. Ну, что я могу сказать? Бурое зло. Золото. Лицо. Слизь бурое зле. Может пригодиться. Опять какая-то точка горит. По карте кто-то видно? А, это не троечка, это просто. Просто столбик обозначения какого-то, да? No one stopped me yet. Так кто мне скажет, где эту самую кузню искать-то, блядь? Я уже вот жалею, что реально ну, просто столько прошли. Вроде как хочется. Ты зашипелся там, блин. Только нахуй не шипеть. И мы посмотрим, все глубже какие-то ебеня были. Что-то гном меня там вообще не ебал. Меня с этой кузницей своей. Скелет, кинжал. Они туда ходят. Ау. Подождите, да? Не знаю, что это. Ну-ка, давайте засейвимся на всякий случай. Я сдох, блин. Блин, сейчас мы отбиваться дальше. Это все совсем. Так, вот эта хуйня поднимаем, да? Нет. О, блин. Thank you.
очень мучило, скажу. Я не сомневаюсь, снизу это нормально, наши союзники, ну как, мирные, скажем, какие-то элементы. Нам потом главное все съебаться нахуй. А, ну мы телепортнуться можем, в принципе, в любой момент, да? Да ведь? Да? Свои ребята, получается. Нихуя себе мы путь пошли, блядь. Мы дошли до суда, блядь. Вот так. Ну, блядь. Бля, гном наебал, сука. Он же... Эти ворфами... Жадные, блядь, скотины. As you look at the skeletons, you realize they are all clad in the same dark armor. Dark Justicia uniforms. These were Shah worshippers. The same as me. Whatever killed a bunch of Sharans might still be down here. Just saying. Я тоже так думаю. Что что-то тут, блядь, не то, нахуй. Look up there, would you? If that shithead falls, I ain't cleaning the splatter. Ну чё, допрыгнем, думаете? Или не допрыгнем? Скажешь, слишком высоко. А не, хуясь. Platform's covered in rust. Must be older than bone dust. Так, на какой рычаг нужен этот? Блять, может быть и не этот. Блять, неудобно. Но если я не буду ждать какая-то охуеннейшая награда, я очень сильно расстроюсь. Какой проделанный путь? Чего, куда за хуйню это можно, блядь? Да? Допрыгнули? Я вообще были переживания. Допрыгну. Целимся еще раз. На всякий случай, да? Потом вообще, блядь, попали. Так, где чувачки стоят? Блядь, интересно, конечно. Там что-то... Ой. Там знак телепорта стоит. Ну, блядь, что я думаю, ребята? Прыгни, хуй с ним, засорились так уж. А, даже ничего страшного, нормально все. Да, неровный круг. Подземья, древняя кузня. О, я нашел ее, блядь. Нашли эту ебаную кузню. Это и есть древняя кузня? Опа, а вот это уже враги. Смотри, там враги стоят, сука. Окей, надо еще раз засейвиться. Блядь.
Кто там у нас проебался? Демон, блядь. Демон, дурачок. Прыгай, 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 блядь. Все нормально, все нормально. Нет? Вы, блядь, прикалываетесь? И кто там у вас? Издевательство такое. Лежит плашмя, лежит плашмя. Давай, без плашмя ее. Прыгай нормально. Все. Форма для булавы, молоток. Я с опять какой-то хуйни насобираю, короче. Тут тоже враги интересные есть. Forge your blade in the fires and raise it in the mistress's name. Можно зелень невидимости обождаться, типа и с хуйню, блин. Dark Souls можно было. Золото. Вот. Масло точности, магического развития, не знаю, что такое. Зеление мертвецов. Интересно, свитки одноразовые. Похоже, что я засейвился или нет? Блять, я забыл. А, мы и засейвились, нихуя не засейвились. Ну, лучше пересейвиться, насрать. Не хуже будет, думаю. Так, тут лестничка куда-то вела. Да есть кузня, получается. Это что за хуйня за сладость? Ну будет ли? Что-то хуёво. Портанулся. Я, кстати, бы что-то дали. Адамантинова кузи. Наконец-то мы забрали. This must be the forge. What a sight to behold. Это сейф, потому что вообще что-то будет, ребята. Скудовый лав может быть у нас. Извлечение формы. Посраться можно. Ставить меты. Тайп нет. Почти не понимаю. Он бач. Использую. И предметов ставить не могу, соответственно. Интересно, блядь, получается. Ну, у меня есть такое предположение, что. Рецепты, и здесь можно будет крафтить оружие. Опач! Никак не сбили. А если не палкой? Да, твоя мать. No use. It's blocked. Не поддается. Они возгоняются, да? Lava is erupting. Better watch my step. Wow, don't need my step. I just don't need my step.
Там кто-то кого-то хиляет на 82 очка. Готовы взрывы, это что за... Бля, чё? Чё мы сюда пришли? Ну я по лаве, я ходить не смогу. Что за приколю там? О, блядь. Видите, там какой-то демон или металл. Сука, это мразь не сюда ли идет? Он сюда идет. Но мы же сохранились. Это типа босс. А ну-ка нахуй, я сейчас тебе, блядь. Покажу, чё, а чё. Сколько я хп? Ой, всего там. Лох. Я могу, как обычно. Все по классике. Будем. Так, могу то, что надо... Огненный снаряд, огненный ремень, перелетая, лучше не бить, да? Достаточно движения. My turn. А как ты до нас дойдешь? Мы тебе пизды дадим из лука с горки, нахуй. Слушайте, я вот так испугался. Нихуй. Нихуя фраер оказался. Ну, пока что он до нас не добрался, конечно. Человек не доберется, чувствую вот этот он, блядь. Пососнет лица. Ну и что это за панки, блядь? Что это за панки, блядь? На, блядь. А что за способность? Зайчий выстрел. О. Вопрос только истекает на ухове. Не истекает. Я так и думал. Так, чем у тебя шандарахнул, чувачок? Чувачок на пикничок. А ну как тебе такая тема? О, много кинжалов. Та вещь, конечно. Блин, хиляние, не хочу хиляться пока. Ужас. Блин, может тут времени наложить? Че, не прокатило? Давай хилку все. А тут мы тут какие все крутые собрались лекции. Ты юзай все свои скиллы. Давай готовим штрак. Что там у тебя было? Вот это, да? Беспонтовая атака. Он же этот, не восприимчив против. Блин, сколько можно промахиваться. Сейчас элементаль будет ходить. Опа.